Приветствую, дорогие друзья! С вами Руслан Ашаров. В этом видеоуроке мы с вами разберем такой вопрос. Если вы использовали классическую версию Skype и устанавливали у себя несколько Skype на одном компьютере, то после обновления версия 8 это стало сделать довольно проблематично. Проще говоря, обычным способом, который делали мы это раньше, это сделать нельзя. Но это сделать возможно. Я вам покажу, как я это сделал. Как я это реализовал у себя на компьютере Windows 10. Ну, в принципе, разницы, я думаю, нет. Windows 10, либо какая-либо другая версия Windows. Я специально обновился до последней версии Skype, чтобы протестировать. Скажу сразу, что мне не очень это понравилась версия. Я буду возвращаться к классической версии. Пока еще говорят, это не критически. То есть, вроде бы в сентябре 2018 года, до сентября 2018 года будет осуществляться поддержка. Поэтому до этого времени я вернусь все-таки в классическую версию. Но протестировал для того, чтобы знать, чтобы потом не разбираться, не вникать, а быстро, то есть быстро освоиться. Ну и, конечно же, для того, чтобы записать это видео для вас. Давайте перейдем к делу. То есть мы помним, если мы раньше устанавливали несколько версий Skype, то есть второй Skype устанавливали, мы заходили в диск C. Вот давайте я сейчас покажу. Мы заходили в диск C, мы заходили в программ Files 86, здесь находили Skype. Здесь находили phone, то сейчас эта папка пустая, то есть пустые папки остались, да. Сделаем мы немножко по-другому. Мы также зайдем в программ Files, диск C, программ Files 86, мы уже зайдем в Microsoft. Здесь у нас будет наша версия, наш Skype лежать, Skype for desktop. И здесь мы уже открываем папку, находим Skype, ярлычок Skype, наводим курсор, кликаем правой кнопкой мыши, нажимаем, наводим отправить, и здесь нажимаем отправить на рабочий стол, создать ярлык. То есть таким образом мы создаем ярлык на рабочем столе, после чего мы заходим в свойства ярлыка правой кнопкой мыши, нажимаем свойства. И здесь уже смотрите, если раньше мы прописывали, делали пробел после кавычки и прописывали слэш, затем такое слово secondary, то сейчас вместо слэша 2 тире у нас, да? Вот такое значение, друзья. Давайте я приближу, чтобы вам было видно. Ну, в принципе, я оставлю вам это значение в описании. Вы просто сделайте, как я вам показываю. Откроете свойства ярлыка, вставите вот это значение. Нажмете «Применить» обязательно. И затем нажмете «Ок». После чего вы просто зайдете через этот ярлык. То есть у вас открыта одна, вот под этим ярлыком у вас как бы, да, один скайп открытый. Вы заходите во второй, нажимаете на второй ярлык и уже заходите под другим логином в ваш второй скайп. Если кто-то знает решение, которое лучшее решение, да, обязательно пишите в комментарии. То есть раньше можно было прописать пароль в ярлыке, то есть заходить сразу, то есть по паролю, не надо было вводить, да. Но сейчас, насколько я знаю, это сделать нельзя. Если есть решение, обязательно напишите. Но в принципе главное, что есть возможность все-таки использовать более одного скайпа на компьютере. Есть такой нюанс еще, друзья мои. Вот сейчас смотрите, то есть у меня здесь не подряд идут ярлыки, как это было ранее. То есть один ярлык, второй вот здесь ярлык, третий там и так далее. А у меня как бы один за другим ярлыки. То есть если я навожу курсор на ярлык, то вот здесь могу перейти в тот, либо иной скайп. Если я один скайп закрою, то есть как я это делал, тестировал, я закрыл один скайп, получается, что у меня здесь один. И я делал следующим образом. Я заходил опять в ярлык, опять вводил логин и пароль. И получается, таким образом я открывал, в общем, один скайп несколько раз. То есть этого делать не нужно. У вас в трее вот здесь. Вот они скайпы. Вы можете здесь свободно открывать тот, либо иной скайп. Но если вы не хотите сюда заходить, значит здесь просто не закрывайте, а сворачивайте вот таким образом. То есть тогда можно будет наводить курсор, и у вас будут открыты вот такие версии. То есть вот так, друзья, я решил этот вопрос. Еще пару дней протестирую.
То есть еще узнаю, возможно, какие-то нюансы, чтобы уже знать на будущее, да, и буду обязательно переходить на классическую версию. Но я вам показал, как сделать в новой версии, как использовать более одного скайпа. Если вам это было полезно, обязательно поставьте лайк, поделитесь с друзьями и до новых встреч. Пока, друзья мои.